Мы працягваем цикл сюжэтаў, прысвечаных стагоддзю міліцыі Гомельскай вобласці. Лёгкая дзейнасць супрацоўнікаў органаў унутраных спраў не была ніколі, але ёсць у саставе некаторых райаддзелаў падраздзяленні, якія выконваюць не зусім звычайныя функцыі. Наш корреспондент Олег Сюнцюров выехал у рейд с супрацовниками узвода аховы территории радиационного заобруживания Ветховского районного отдела внутренних справ. С 1 красавика узвод аховы территории радиационного заобруживания перешел на круглосуточное патрулирование. Это связано с необходимостью постоянного контроля за супрацьпожарной ситуацией у зоне отселения. С надоходом теплых дён рызыка узгарання повышается шматразово, причем не только по причинам природного характера. За апошнія годы жадающих трапить сюда стало значно меньше, але и безлюдно эту территорию назвать нельга. Особливо это тычется периоду сбору грибов. Законом такое тихое поливание категорично заборонено, але притримываются его не у всем. Места богатые, грибов много. Такие. Ну вот и люди сюда и все идут. Кто, в основном гомельские. Ветковские как бы еще боятся, а так... Гомельские, Добрушские. Патрулирование зоны отселения Ветковского района ведется по 4 маршрутах, агульной протяглостью больше 500 километров. Вёска Бартоломеевка при этом наведывается обовязково. Правда, населенным пунктом сегодня ее можно назвать только умовно. До Чернобыльской катастрофы вёска Бартоломеевка была одним из самых великих населенных пунктов Ветковского района. Школа, гостиница, столовая, 5 крам и больше 600 подворков. Зараз тут осталось всего 5 будинков, 3 из которых нежилые. Это и есть заправдная зона отселения. Официально у вёска Бартоломеевка – 2010 года никто не проживая. На справе зараз тут постоянно находится 3 человеки. Супрацовники милиции добро ведают у всех. 62-годовый Петр, уроженец Ветки, а не приехал у вёску, где занял пустую хату. Сдается, что такое житё удалечение от людей. Ему просто сподобается. Пенсионер Миколай Гордунов идет на контакт больше легко и навык обмерковывает с милиционерами опошние новины. Кажа, что никаких конфликтов с законом не маем. Никуда в Шкоду не лазим, так что это самое у нас. Проблем нет никаких. Живем тихо, мирно. Непосредственно до самоселов у супрацовников узвода по охове территории радиационного заброживания питания нема, а пустующие дамы яны все ж таки проверяют. У зоне отселения могут знайти притулок и громадяне, которые ведут асоциальный лад життя, и особы, которые находятся у вышеку. А вот мародеру тут уже не сустреть. Ничего каштонного в зоне нема. У 90-х на ускрайку Бартоломеевки был створен экспериментальный полигон Института лесу, але зараз и навуковцы тут бывают редко. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», зона отселения, Ветковский район.